Всем привет! Маленький репортажик из Риги. Вот в Риге на одной из улиц есть маленький заячий городок. Очень приятно, красиво. В этом городке есть свой муниципалитет, своя сторожевая башня и различные дома. И в общем много зайцев, которые ходят, едят какую-то там траву, различные морковки. И много детей, которые ходят и радуются. Не только дети, но и взрослые. Вот такая вот история из Риги. Все, пока, всем привет, до свидания.